Время от времени мне в комментах пишут, что, мол, как-нибудь надо оставить дома включенный диктофон, и вы очень много узнаете о том, как на самом деле к вам относится женщина, с которой вы находитесь в отношениях или живете. Это преподносится как охуенный лайфхак. Но зачем такие танцы с бубнами? Я и без диктофона знаю, что ничего хорошего про меня не скажут. А для тех, кто этого еще не понял и надеется, что у него-то все будет совсем по-другому, я в конце приложу один небольшой ролик. А вы сами себе ответьте на вопрос, чем женщина, с которой вы живете, отличается от тех баб, которых вы в нем увидите. Прикиньте, мужчина, голова с членом, ну, то есть это одна веревка, типа, одна извилина соединяет. То есть у нас как бы вот так все, да, а у них просто напрямую. Тут, блин, обосрался, здесь как бы, ну, и обосрался. Ну, все, и как тоже, соответственно. Извините. Он в тот день обосрался, мы мужчина, поняли. Мужчина, простите, я просто, ну, как бы не хотела задеть вашу очень тонкую натуру. Прикиньте, но уже это сделала. Прикиньте, прийти к такому психотерапевту, у вас же это, одна веревка тут. Вы ее просто, а вы ее просто обрежьте, и все будет хорошо. Да вы писькой думаете. Ничего удивительного, что вы думаете. Думают головой, просто, ну, писька немножко, как бы, ну, безмозглая, и она такая, потом, когда, как бы, ну, мужчинам, нет, я, на самом деле, очень люблю мужчин, потому что они очень, ну, ранее. Мы нежненькие такие, пупские маленькие. Безмозглые письки. Да, письки-тараканьи.